будет поливать центральные улицы по периметру города наша ГКП Актау Тургуны, то есть никакая не частная компания, то есть своя компания. Это первое. Второе, внутри микрорайонов мы заключаем договора с КСК ОСИ, то есть внутри микрорайона будут поливать сами КСК и ОСИ. Ну, естественно, за это мы будем платить средства, деньги, договора заключаем. И за воду, и за заработную плату работников будем платить деньги. Со следующего месяца мы планируем перейти график, время полива тоже пересмотреть. Значит, с 10 вечера до 2 часов ночи, наверное, будет полив. Потом второй с 5 утра до 9 утра. Просто-напросто днем поливать в жаркие дни бесполезно. Ну, польешь — это просто-напросто самообман.